Всем привет! Рад приветствовать всех на моем канале. И вы видели? Вы это видели вообще просто? Запустили новый ивент, как обычно, всем известный «Берег после отлива». Тут, в принципе, про этот ивент рассказывать-то особо нечего, он уже много раз у нас был. Но вот это вот чудовище видели? Богомол-боксер. Каратист какой-то, а не боксер. Но он красавчик. Однозначно, просто вообще потрясающе выглядит богомол этот. Что ж, давайте посмотрим вообще, что он может. Он его же не просто так вели-то. Как мы видим, с 7-звездного нам дадут, и на 8-звезде сразу нам будет доступен навык с шансом в 50% сработать. Что он делает? Во время боя, каждый раз, когда два случайно... Да, перевод, конечно, бомбический. Во время боя, каждый раз, когда две случайные очереди нашей стороны наносят урон, атака плюс 25%. Шанс крит удара обычной атаки плюс 3%. Данный эффект может быть наложен до 5 стаков. При достижении максимального количества стаков включается продвинутый эффект. Каждая атака имеет 50% шанс провести дополнительную атаку по цели, нанося 250% урона. Вообще ничего не понятно. Но суть в чем? Значит, во-первых, каждый раз, когда две случайные очереди нашей стороны наносят урон, атака плюс 25. Это хорошо. Шанс крит удара обычной атаки плюс 3. Это тоже хорошо. На 5 стаках плюс 15 шанс крита, вообще просто бомба. Далее, вот это все будет у нас работать с шансом 50%. То есть, ну, плюс-минус ничего, так нормально. Проки должны быть часто первое время. Первую пару недель будет вообще просто разрывать всех пух и прах этот богомол. Потом немножко понерфят ему проки, но нам об этом не скажут. И дальше будет все окей. Будет вполне играбельный. При достижении максимального количества стаков включается продвинутый эффект. Каждая атака имеет 50% шанс провести дополнительную атаку. Вот тут не совсем понятно, потому что каждая атака, у нас каждая очередь может атаковать за время одного раунда до 4 раз. Это без дополнительных проков от типа как древесного муравья. Да, то есть это первый навык, второй навык, третий навык боевой, и плюс еще наша линия бьет. Как это будет работать? Ну, конечно, я сомневаюсь, что каждые 4 из 4 раз будет 50% шанс провести доп. Атаку. Если бы это было так, то он просто разносил бы в пух и прах. Поэтому, скорее всего, просто линия ударила, и 50% шанс нанести еще дополнительное. Провести вот эту атаку, 250% урона нанести. Ну, это много, 250. Это не будет скалироваться со всеми бонусами к атаке, но просто чисто урон 250% скорее всего будет наносить. Думаю, что нормально. Поэтому посмотрим, как он будет показывать себя, насколько будет увеличиваться урон. И ждем первые отчеты завтра уже Пангалин. Но завтра будет, вряд ли кто-то будет в день охранника с лучниками. А вот послезавтра вполне можно будет посмотреть отчеты уже и сделать выводы в пятницу, в четверг, да, у нас день лучников. Посмотрим, на что он будет способен. Давайте вам покажу еще кое-что интересное, прежде чем мы будем рассматривать его ветку талантов, потому что она тоже отличается. А именно, очередная акция от Gallery. Ссылку на акцию я оставлю в описании под этим видео. И чем же примечательна эта акция? Она проходит с 1 по 31 июля. Да, уже конец. Но, тем не менее, еще можно успеть сделать все и получить все звездочки. А звездочки мы получаем за то, что каждый день мы отмечаемся. Нажимаем кнопочку «Я здесь» и получаем звезду. Далее у нас есть возможность поделиться с другом, получить звезды, и также еще скачать игры и тоже получить звезды. Каждый раз, когда мы набираем 6 звезд, крутим барабан, и есть потрясающий шанс получить купон максимум 449 рублей. Что ж, просто зашел, отметился, поделился, скачал, получил свои купоны. Думаю, хорошая акция, очень интересная, стратегии, ролевые игры поддерживаются в этом месяце. Посмотрим, что будет в следующем месяце. А сейчас давайте вернемся к нашему боксеру. Итак, наш боксер.
Любой боксер чем занимается? Он проводит поединки. Поэтому его первая, самая основная способность – это мастер поединка. Давайте посмотрим подробнее этот навык. В каждом раунде любая очередь противника и наша проводит поединок. Наша очередь получает урон от вражеской целевой очереди минус 1.5% и наносит целевой очереди противника урон плюс 1.5%. То есть у нас получается, мы если прокачиваем эту способность хотя бы на один навык, чтобы она у нас начала работать, тогда во время раунда, каждый раунд используется, то есть до 8 раундов, у нас встречаются две рандомные линии. Одна линия противника, одна линия наша. Они между собой наносят каждый по одному удару, но только наша линия плюс 1.5%, а противника минус 1.5%. Навык очень интересный, и как бы получается, что это дополнительный удар. Дополнительный удар. Он, может быть, и не очень большой будет, но тем не менее он будет. Чем хорош этот навык? Этот навык хорош тем, что он будет работать в ПВЕ. Против сурков, против панголина. Каждый раунд будем наносить дополнительный удар. Это очень круто, очень интересно, но в то же время, если мы будем сражаться против сильного соперника, это может нам навредить. Потому что даже если у противника будет минус процент, у нас плюс процент, то все равно противник может очень сильно ударить по нашей линии. Да, там урон не очень большой будет, но тем не менее все же урон будет проходить. Но с другой стороны, если мы будем примерно равны, либо мы даже чуть-чуть сильнее будем противника, тогда, соответственно, мы будем наносить больше урона противнику, и, соответственно, враг быстрее просядет его оборону. Навык интересный, очень играбельный вполне, имеет право быть. И, опять же, будем ждать первого отчета вот этого чудика. С этого ракурса, конечно, вообще выглядит он бомбическим. Остальные способности у него такие же, как и у других богомолов. Здесь все стандартно, идет увеличение урона, когда противник проседает. Либо просто проседает очередь противника, и мы наносим ему больше урона, либо умирает очередь противника, и тогда мы опять начинаем доносить больше урона. И основная способность, самая главная, самая лучшая, наверное, это 3% крита. Одна из лучших вообще, что есть у богомола, потому что крит наше все. А если, повторюсь, мы будем использовать какого-нибудь дикого спеца, который будет увеличивать шанс срабатывания вот этих обычных атак, чтобы увеличить этот не только процент крита, но и количество ударов, то, соответственно, будет гораздо лучше и профитнее вот эта способность. С кем его ставить, этого богомола? Ну, естественно, этот богомол хорошо заточен на обычные атаки. Здесь уже нет такого акцента на какие-то удары способностями. Нет, здесь хорошо у нас бафаются обычные атаки, плюс вот этот дополнительный урон, плюс его способность, это все тоже на обычной атаке заточено. То есть нам нужно больше атаки хорошо, и будет хорошо сработать с любыми стрелками. Тут, в принципе, любая сборка может к нему зайти. Ну, все современную мету знают, и она пока что не меняется среди стрелков. Ну а на этом пришло время прощаться. Да пребудет с вами сила. Всем пока.